Всем привет! Я Настя Белковская. Вот уже 9 лет я всем вам страшно завидую. Вы такие счастливые, у вас есть ноги. А мои ноги погибли в жуткой автокатастрофе. Виновника осудили, но ноги мне пытается вернуть не он, а наше государство. Я тоже пытаюсь сделать, что могу. Ежедневные беспощадные тренировки приводят к победам. У меня звание чемпионки России, чемпионка мира по модельному парафитнесу, чемпионка Москвы по пауэрлифтингу. Я вернулась к мечте своего детства и создала свою первую коллекцию из 20 платьев. Настя Белковская «Возвращение». С ней побывала на неделе высокой моды в Берлине, как победитель всероссийского конкурса «Я лидер». Поехала на Паралимпиаду в Сочи. Сейчас занимаюсь плаванием, дайвингом, отрабатываю акробатические силовые трюки на канате с обручем и на батуте. В моих планах цирковой номер «Дюймовочка» и в технике синхронного плавания номер «Танец русалка». Чтобы помочь людям, которые оказались в беде, я провожу мотивирующие встречи, стимулирую людей к управлению своей судьбой. Смогла я, сможете и вы. Мечтаю выйти замуж и обрести семью. Я далека от политики, но вижу, что наше государство поддерживает людей с ограниченными возможностями. Поэтому обязательно пойду на выборы. Проголосую за Путина. Хочу получить поддержку проекта «Паракосмонавтика». Полет человека без ног в околоземное космическое пространство. До встречи на избирательном участке. Я верю. Я приду.